Ребята, это тот самый L200, о котором я говорил, который замечательный по проходимости. Он у нас пикапчиком рабочий. Сейчас он загружен инструментами. Сзади у нас емкость, кубовик на 1000 литров. Заправляемся на АЗС, подвозим к объекту. Вот, кстати, трактор на лодке работает. Автомобиль используется именно для перевозки горючего, для перевозки запчастей, для того, чтобы работники ехали на место по внедорожью. Чисто рабочий автомобиль Mitsubishi L200, дизельный. Он и комфортный, и надежный, и проходимый, и плюс еще для хозяйства. О, ставьте лося вверх.